15 июня 2014 год, Харьков. Вот такое рядом с домом у меня объявилось совсем недавно, скорее всего, даже вчера. Наскальная живопись такая появилась. Инфографика. Если кто еще не знал, ПТН, ПНХ. А второе, что-то я не вижу, что там написано. Молодая гвардия. Вот такие дела, ничего б себе. Молодцы. Сегодня день траура. О, а что у нас еще и какой троллейбус знатно едет. То есть она... Где 24? 42. Ты что, араб, что ли? Справа налево считаю. Так, это, я так понимаю, у нас от горсовета. Такие троллейбусы. Патриотичные. А это уже непосредственно от харьковчан. Не... Да не трогай, не трогай, не трогай. Меня ж, сыночек, дрожит кадр. Так, улица гвардейцев Широнинцев. Сегодня траур по погибшим вчера. Над Луганском сбили военно-транспортный самолет с десантниками. Погибло 49 человек. И еще 5 пограничников погибло. При атаке из засады. В общем, большие жертвы, не знаю. Просто так это все не обойдется. В общем.